как правильно смонтировать ревизионный люк в коробе для скрытия сантехнических коммуникаций. Об этом в нашем фильме. Для монтажа ревизионного люка нам потребуется стоечный и направляющий КНАУФ профили, грунтовка КНАУФ Тиффенгрунт и ревизионный люк. Нам потребуются следующие инструменты: строительный уровень, пила, ножницы по металлу, просекатель, шуруповерт и кисть. Расположение ревизионного люка планируем на этапе монтажа каркаса коммуникационной шахты. В зависимости от размера люка устанавливаем дополнительные стоечные профили. Из направляющего профиля вырезаем перемычки для проема ревизионного люка. Для этого надрезаем полки профиля и сгибаем стенку. Перемычки закрепляем на стойках с помощью просекателя. Монтаж люка производим после обшивки металлического каркаса шахты двумя слоями КНАУФ-листов и перед чистовой отделкой. Сначала на поверхности обшивки из КНАУФ-листов размечаем контур люка. Затем с помощью специальной пилы вырезаем отверстия. Обязательно грунтуем все обрезанные кромки листов. После этого крепим люк профилем каркаса при помощи шурупов. Монтаж ревизионного люка завершен. Поверхность конструкции готова к последующим отделочным работам. Люки КНАУФ обеспечивают надежность конструкции и позволяют создавать однородную поверхность, не нарушая общий дизайн помещения. КНАУФ – это поставщик комплектных решений для ваших задач.